Эдентон, друзья, вы смотрите канал Вонин Схемов, меня зовут Андрей. Буду очень признателен за лайк и подписку на канал, желаю вам приятного просмотра. Это третья часть прохождения Become Human Detroit, наоборот, скорее всего. И вновь у нас этот персонаж под управлением. Поехали. Маркус добрался в свой дом. Он съездил, купил все, что надо, и добрался в свой дом обратно. Так, положить заказ. Это все, что мы сейчас можем сделать. Да, а птишку погладить мы можем для начала? Открыть. Они тоже заводные? Включить. А, птишки они это самое. Не настоящие тоже, да? О, прикольно. Интересно. Даже птишек заменили. Вы, ты смотри-ка, а? Чё творят? Изверги. О, в зеркало смотрится. Так, положим сюда это дело. Снял куртушку свою. Так, забрали так. Заказ в магазине. Позаботься о Карле. Подняться наверх, разбудить Карла. Что-то мне подсказывает, что Карл какой-нибудь сейчас будет инвалид. Ну да, судя уже вот под этой, по этой штуке. Или это, или просто зарядка. Что здесь? Рассмотреть просто можно. Ничего особенного. Ё-моё, как много всего. Ё-моё. Ну я наверху, да? Какая из комнат мне нужна? О, раздвинуть шторы. Так, это у нас Карл. Да, как я и предсказывал, смотрите, он инвалид. Раздвинуть. Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная, 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Утром я забрал краску, которую вы заказали. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. Ты ничего не забываешь. Да. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. И... чпуньк! Человек такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй, а что с твоей одеждой? Все в порядке. Просто демонстранты на улице. Что за остолопы? Они думают остановить прогресс, избив пару-тройку андроидов? Надеюсь, тебя не повредили? О, нет-нет. Просто пару раз толкнули. Ничего. Вот так. Сейчас я отнесу вас в ванную. Так, нам нужно сейчас позаботиться о нем, да? Так, что мне нужно? Так. Зажимать кнопочки поочередно. Ага. Сейчас еще какую-нибудь. Уронить я могу его? Так, все, можно отпустить, наверное, да? Мой этого в ванной, но благо этого не показывают. И нам показывают, что Карл художник какой-то. Так, удерживаем. Он его несет. Художник или мастер какой-нибудь. Не только художник. Какой-то очень-очень талантливый человек. Так, лекарства дали. Есть у нас что-то сегодня в планах? Да, в Музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие.
Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Понял. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Какая удобная штука. Я и не знал существования таких. Так, нам в сад? Подожди-ка, это явно не сад. Сад с другой стороны, скорее всего, да? Так, нам вот в эту сторону. О, да. Вау. Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Так. Усадили. Завтрака, когда он успел приготовить завтрак? Так, что у нас здесь есть, чтобы не упустить? Вот из-за этого парня не вижу никаких деталей. Потом мне скажут, что я все тут профукал и ничего не увидел, да? За него реально ничего не видно. А вот играли за Кару, Кару вроде ее зовут, там прям вот куча-куча всего было. Видите, здесь вот только чисто по рельсам идти. Только по рельсам. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Приборчики всякие. Погнали. Чего ты не хочешь брать? Так, главное сейчас не надвернуться где-нибудь с этими приборами. Так. Ух! Спасибо, Маркус. Оно еще горячее даже, телевизор. Да? Телевизор. Ну, я бы тоже так хотел, чтобы за мной ухаживали каждое утро, там завтрак, все, не надо было ничего самому делать. Найди чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. Так, вы подали завтрак, я все сделал. Найти себе занятие. А, вот теперь, смотрите, появилось прям вот куча всего интересного. Погнали. Начнем вот отсюда. Можно почитать Шекспир, Оды Китса, Платон. Давайте Шекспира поставим. Уильям Шекспир. Что ты читаешь? А, Макбет, вы это рекомендовали. Каково твое мнение? Человеческие эмоции меня интригуют. Хотя не могу сказать, что хорошо понимаю их. Люди сами их не понимают. Эмоции правят нами. Мы сами не понимаем, почему чувствуем себя то королями, то нищими. Жизнь без эмоций лишена смысла. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя, самому делать выбор. Реши, кто ты, кем хочешь стать. Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Странное наставление для андроида, да? Я прочитал книгу и больше ничего не могу сделать. Все, ничего. Только одно действие здесь выполнялось. Только одно. К сожалению. Ну, на то и интерактивная игра, чтобы делать что-то одно. Так, отвезем его в студию. Оу. Вау. Посмотрим, на чем остановились.
Сними чехол. Снять чехол и... Как нам это сделать? Ну, просто подойти и снять. Уп. А, вон как оно. Ждать указаний, убраться в студии. Так. У нас куча дел тут, да? Куча дел. Давайте начнем вот с этого места. Так, что там? Какие-то картины. Так, уберемся. Так. Надеюсь, он меня не дернет сейчас, потому что я хочу хоть здесь побольше всего сделать. Так, убираемся здесь. Хотя бы просто убраться. Хотя бы просто убраться. Здесь приберемся. Так, и еще нужно... А, вон там еще штуки-дрюки какие-то есть. Тоже убраться можно. Это краски какие-то. Ставим их сюда. Наводит порядок. И осталось что-то еще вот там. Так, сейчас гляну в округе, может, что-нибудь еще есть. Ничего нету, кроме вот этого места. О, кстати. А, ну это то же самое. А здесь что у нас? Странные картишки всякие. Я не успел убраться до конца. Время вышло. Ну? И каков твой вердикт? У меня нет мнения. Я не запрограммирован оценивать искусство. Вы в этом лучше разбираетесь. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я, как могу, цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Серьезно? Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Ну, у машин же нет такого. Они просто могут идеально нарисовать все, что угодно. Ну, давайте. Нас заставляют насладиться процессом. Так, давайте удивим. Так, найти предмет для рисования. Что значит найти предмет для... О, а, понятно. Нарисовать стол, нарисовать статую давайте. О. О. Такие интересные движения. И он сейчас просто идеально ее нарисует. Это идеальная копия... реальности. Ну, принтер. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить. Показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся. Холст перед тобой. Угу. Все заново, да? Ну, давайте попробуем. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Закрываем глаза. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Закрытыми глазами будешь сейчас это делать? Личность, человечность, андроиды. Давайте человечность. Гнев, комфорт, понимание, надежда. Давайте надежда. Хотя я
за комфорт, давайте комфорт. А только два можно было выбрать, я думал, больше будет. О. Ага. Рисуем дальше. Вот так. И... Ё-моё, какой он профессионал. Мне бы так рисовать. Что интересно он нарисует? Его нарисовал. Боже мой. Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет, нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги и все. Извини. Мой ответ – нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный, не то что я. Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот. Лео, довольно. Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил. Ну, как-то грустно. Стремно, наверное, быть таким сыном. Художник, ну вот видите, завершено на не полностью. А тут, видимо, полностью и нельзя было завершить, потому что видите. Хотя вот тут, смотрите, что-то я не нашел. Активируйте птиц, что-то еще можно было, оказывается, сделать. Вот почитать книгу, но это только выбор был. Или это... Нет, это много чего тут можно было. Вот. Тут можно было всякие другие выбирать моменты. Ну, да ладно, продолжаем. 5 ноября 2038 года. Почти полночь. О, опять этот специалист. No Android. Разыскать лейтенанта Андерсона. Просканировать. Так, ну-ка. Эдвард Деймси. Не то. Лица нужны, да? Вот, еще одно лицо. Лейтенант Хэнк Андерсон. Дата рождения 85-й год. На 2 года старше меня. Судимости. Вот с этих самых. Понял? А можно пройти нам чуть подальше?
мы справились? Убийство, говоришь? Убийство, да. Еще одно убийство. Оу, какой здесь рок замечательный в машине. Нормальненько, нормальненько. Жди здесь. Скоро. Вёрдо. Нет уж, я пойду с вами. Слушай, тебе бы перестать меня бесить, если не хочешь, чтобы я тебя расхерачил на винтике. Противоречивые указания для установки приоритета. Ну, ё-моё. Что не так? Следовать за лейтенантом Андерсоном. Джонс Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Я ничего не подтверждаю. А что ты сказали? Доступ андроидам сюда воспрещен. Это со мной. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что, у тебя теперь свой андроид, а? Очень смешно. Выкладывай, что случилось. Около 8 позвонил Хэнк. Нажмите R1, чтобы сменить ракурс камеры. Он заглянул в дом, узнать, что как. Так, что мы здесь видим? Здесь мы не видим ровным счетом ничего. Ой, как же тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли. Имя жертвы Карлос Ортиз. Так. Ну что ж, будем искать улики. Начнем откуда-нибудь вон оттуда. Есть судимость за кражу и разбойное нападение. Соседи говорят, к нему никто не ходил. И сам он из дома особо не высовывался. Ну, его... Синхронизация, обработка данных. Карлос Ортиз, дата взятия пробы. Он вполне бы мог подождать и до утра. Чего среди ночи дергать? Так, изучены улики одна из десяти? Я бы предположил, он тут недели три лежит. Коронер определит, когда явится. Вон там лежит Так, вот про этот нож они говорят. Нож. Похоже, орудие убийства. Следы взлома есть? Нет. Хозяин говорит, входная дверь была заперта изнутри. Все окна заколочены. Убийца ушел черным ходом. Что известно про андроида? Немного. Соседи говорят, что он был, но в доме мы его не нашли. Я пойду на воздух. Вы тут располагайтесь. Если что, позовете меня. Так. Тут еще одна улика есть. Отметим вот это. Осмотреть. Так, опять этот, как его, красный что-то там, красный лед. Тоже шмалял паразит. Так. Три улики изучил. Так, все остальные улики в другой комнате у нас, да? Идем, значит, туда. Так, что у нас здесь? Так, это мы не обращаем внимания. У нас... Ага, вот прямо здесь. Так, засохшая кровь. Дата взятия пробы. Больше 19 дней. Смотрим этот стульчик. Синхронизация, обработка, совпадение на базе данных Карлос Ортиз. Так. Все здесь нормуль. Так, вот идем к этому парню. Осмотрим. Бейсбольная бита. Улики. Ноль из... Ага. Во. Так. Карлос Ортиз. Сведения о судимости. Так, это Карлос Ортиз. Ясненько. А здесь кому попало? А, вмятина. Причина удар тяжелым предметом. Следы тириума. Реконструировать. Так. Так, что-то у нас здесь есть. Ага, он взял нож.
Долбанул ножом, драка была. Так, и затем получил по щам. Эмоциональное потрясение, все. Прикольно они так расследуют. Как не быть в таких условиях Шерлоком, да? Когда ты все знаешь, все умеешь, все видишь. Так. Ничего не видно. Читать. Так, какие-то стриптизерши он тут. Так, что у нас там? Ну-ка, покажите более откровенные фото. Доказано, в сексе андроиды лучше людей. Простите, дамы, но пластиковые вам не нравятся. Но с пластиком вам не сравнится. Вы подвели итоги нашего опроса, и официально вердикт такой: 68% мужчин предпочитают секс с андроидами, при этом 52% мужчин заявили, что пробовали хотя бы раз. И это уже говорит о многом. Доказано, резиденты опрос. Ну, понятно. Не следит ли за вами ваш андроид? Киберлайф может... Такое себе. Все больше экспертов выражают опасения, что андроиды Киберлайф, а уже их 120 миллионов используют компании для шпионажа. Так. Последний скандал, в котором фигурирует сама госпожа президент. Еще одно тому подтверждение. Все такое. Так, выходим отсюда. Так, и у нас остался какой-то... Улика вот там. Так, это не считается даже уликой, да? Это просто чтиво. Вы идеальны. Даже слишком. Так. Человек так не напишет. Так. Так, кровь. Крис, это написано кровью жертвы? Да, пожалуй. Надо будет отправить на анализ. Так, теперь мы можем подойти к телу. Красный лед. Наш друг Карлос умел оттянуться. Изучить. Обычные буквы. Шрифт Киберлайф Санс. Ясненько. I'm Крис, alive. Я живой. Ё-моё. Давненько лежит. Улики. Смотрим. Синхронизация. Красный лед. Так, что у нас здесь? Погибший Карлос Ортис, все такое. Так, это удары ножом. Внутриукрепление 28 колотых ран. Скончался более 19 дней назад. Жесть. Так, и брал в руки биту, да? Совпадение по данным Карлос Ортис, сведения судимости, реконструировать. Так, подскользнулся на чем-то? Он на бутылке подскользнулся, да? Серьезно? А, ну его били все-таки. Что мы там видим? Ага. Двигались из кухни. Ясненько. Ударили ножом. 28 раз. Да. Видать, убийца крепко разозлился. Андроиды так бы не сделали, да? Поговорить с лейтенантом Андерсоном. Так, у нас еще есть возможность что-либо здесь осмотреть. Потому что потом скажут, что я опять что-то не выполнил. Вот что там, смотрите. Так, вот эту вещь я не просканировал. Во. Так, можем осмотреться здесь. Здесь не работает сканирование, ребят. О, спрятали куда, да? Следы. К-52. Дверь была заперта изнутри. Убийца мог выйти здесь. Следов нет, кроме ботинок офицера Коллинза 43-го размера. Прошла не одна неделя. Следы могли стереться. Нет, на такой почве остались бы следы. Тут очень давно никого не было.
ушел не этим путем, да? Изучить улики. Мы не все улики изучили, да? Что я упустил? Каким путем он ушел, да? Так, возможно, здесь. Вот, нашли. Вот она, наверное, улика та самая. Ну-ка. Ух ты ж, ёж. Религиозное подношение? Это какое-то обрядное убийство было? Так, все улики изучены. Ну что ж, нам остается только поговорить с лейтенантом. Погнали. Поговорим. Лейтенант, думаю, я понял, что произошло. Да ну. Валяй, выкладывай. Все началось? В ванной, на кухне. На кухне. На кухне. Следы борьбы очевидны. Надо понять, что именно произошло. Жертва напала на андроида. Сбитой. 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 Нет, не сбитой. Да, улики это подтверждают. А, да. А да, сбитой. Да, все правильно. Ой, какая ответственность-то большая, ребята. Прям аж мурашули по всему телу. И андроид ударил жертву ножом. Человек ударил его ножом. Андроид бросил стул. Андроид бросил стул. Нет, не может быть. Улики говорят о другом. Ладно, андроид ударил жертву ножом. То есть ты мне хочешь сказать, что андроид оборонялся? Ладно, что потом? Человек побежал в гостиную. В гостиную. Ох ты ж. Что-то с андроидом совсем не очень получилось. Ох ты. Он пытался убежать от андроида. В целом похоже. Андроид убил жертву. Без оружия. Без оружия. Да это бред собачий. Опираться надо на факты. Ладно, пусть будет ножом. Ножом. Ладно. Твоя версия не такая уж бредовая. Вот только куда потом делся андроид? Он был поврежден битой и стал терять тирию. Что-что терять? Тириум, он же голубая кровь. Это жидкость для питания биокомпонентов. За несколько часов она испаряется, не оставляя видимых следов. О, но ты-то их все равно видишь, да? Верно. А, Хэнк теперь нам доверяет. Ищем Тириум. Так, искать Тириум нужно, да? Искать следы голубой крови. Так, ну попробуем тут где-нибудь найти. Нет, туда нельзя, значит нам здесь, да? Только здесь. Интересно. Значит, нам обратно идти на кухню. Нужно будет, когда в следующий раз какие-нибудь улики будем искать, анализировать происходящее. Она то есть сейчас в попыхах от страха просто запутался. Так, Тириума нигде нету. В смысле? Во! Нашли мы след Тириума. Так.
очень много следов Тириума. И они идут в эту сторону. Так. Но они ведут исключительно отсюда, да? То есть он ушел где-то... О! Мне показалось, или здесь был Тириум? Нет, мне здесь показалось, что здесь был Тириум. Так, значит, Тириум в той. Ну-ка, ребят, подвиньтесь. Вот тут где-то Тириум, смотрите. А, он в окно ушел. Ну вот, открытое окно. В смысле? Так, что я делаю не так? Или все-таки все ведет... А, это, наверное, отсюда они шли, здесь дрались, потом ушли в ванную. Потом ушли в ванную. Вот. И отсюда уже куда-то он сбежал, да? Но куда мог он сбежать отсюда? А, вот, можно изучать уже, да? Почему-то я... Так. Явно он здесь не стоит. Так, где-то еще здесь было. Во. Воспользовался лестницей. Какой? Ага. Вон он куда пошел. Следы на чердак. Вы нашли все следы. Забраться на что-нибудь. Так. На что я могу забраться? Так, нужна какая-нибудь лестница или еще что-то в этом роде. Стул, комод. Во, стул можно взять. Взять стул. Эй, куда стул-то поволок? Надо кое-что проверить. А, кое-что проверить. Залезаем. Открываем. Ох, ё-моё, вылазим. Он где-то здесь сидит, да? Не дай бог, какая-нибудь жесткая драка здесь будет сейчас. Я ведь не успею все кнопки нажать. Так, Тириум ведет нас туда. Так, аккуратнее, аккуратнее. Страшно. Так, он хватал, здесь шел все. Куда-то туда пролез. Но его, скорее всего, все-таки здесь нет. Он ушел куда-нибудь на улицу. Он не будет же здесь сидеть? Или будет? А, вон он. Такой бесстрашный, да? Так, ну-ка глянем. Его лет след, да, его. Так, как камера сделана здесь. Вон он. За коробкой. Девиант обнаружен. Я просто защищался. Он хотел меня убить. Пожалуйста, не говори ему.
Ой, выбор какой тут. Чего ты там мутишь наверху? Лейтенант, он здесь. Не дали выбор, серьезно? Крис, Бен, а ну-ка дуйте сюда. Живей! Даже выбора не дали. Это как так? Напарники, 75% завершено, приз даже дали. Вы нашли девианта. А чё, был путь, чтобы я не нашел девианта? Вот смотрите, вот тут какой-то. Идти по следу крови на чердак. Как-то по-другому, что ли, можно было найти? Ух ты, смотрите. Заглянуть в душ и... Шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Интересно, что это за направление. Ладно, ребят, это была интересная довольно-таки серия. Мы с вами расследовали... смогли все изучить, нашли девианта, расследовали убийство. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте ставить лайкусики, подписываться на канал. И увидимся в следующей серии. Всем душевного фана и безумного эпика. Всем пока-пока.